Ребят, всем привет! С вами Яна. Я не психолог, я человек, прошедший абьюзивные отношения. Видео не надо воспринимать это буквально, это утрированное видео. Итак, когда наступит идиллия с нарциссом? Каждая из нас, я думаю, проходила этот этап, надеялась, верила, ждала. Но ответ вас разочарует. Идиллия с нарциссом наступит тогда, когда вы перестанете быть для него основным ресурсом. Когда вы будете сидеть в гараже в запасниках, он будет возвращаться, естественно, рассказывая вам о том, как я тебя люблю, я все понял. Но это будет на короткий промежуток времени. Просто отсидеться, отдохнуть, переждать, собраться с мыслями, подпитаться уверенностью, что его все хотят, все любят. Потому что, скорее всего, он утилизирует основной ресурс на данный момент. И тогда он не будет вам делать ни замечаний, ни колких, едких уколов. И все у вас будет прекрасно. Ему ж надо сидеть тихо, побыть столько, сколько он решил для себя. И свалить именно в тот момент, когда вы этого опять не будете ожидать. Поэтому, девочки, идиллия с нарциссом возможно, но если вы согласны жить в гараже. Я, например, лично не согласна. Благодарю за внимание. Всем пока-пока.